Ребята, всем привет и доброго времени. У вас потекла гребенка. Ну вот в моем случае потекла что холодная, что теплая, вся потекла. Вот и течет она вот из-под этих вот крышечек. Откручиваем крышечку. Ну то есть как ее можно починить? Вот этот болтик вы открутили, в сторону его убрали. Вот эту пластмассовую крышечку сняли. Здесь, ну в моем случае 15-16, вы ее вот так вот открутили, я газовым ключом взял, открутил и вытащил. Вот видите, она у меня сразу разобралась. Вот эти вот уплотнительные колечки маленькие, вот они у меня потекли. Ну я сразу взял, их здесь два штуки стоит, и вот сюда вот одно. Сейчас я их меняю и устанавливаю назад. Вот это уплотнительное колечко еще хорошее. И вот они, колечечки вот такие вот. Вот такой вот гурьбой. Сейчас меняю на одном и потом пойду по всем поменяю. Вот таким несложным способом можно отремонтировать вашу гребенку. И она у вас бежать не будет. Ну что, всем добра, всем пока и удачи с вашим отоплением.